Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. И добро пожаловать в новую серию Майнкрафта. Карты. Нелогичного. Нелогичного Майнкрафта, который опять нас будет поражать троллить. Но мы, Жека, и так не сдадимся, да, Евгений? Мы никогда не сдаемся. Никогда не сдаемся, и вы также не сдавайтесь. Знаете почему? Потому что нужно поставить лайк прямо сейчас на вот эту серию. И если вы поставите лайк, значит, мы с Жекой пройдем еще одну часть этой карты. И посмотрим, кто кого. Или мы карту затроллим, или карта нас затроллит, да? Конечно, мы затроллим. Конечно, мы затроллим. Поэтому я предлагаю сразу же приступать. Ставьте лайкусики. 20 тысяч лайков сразу в следующую часть. И также не забывайте подписываться на канал. Да, Жека, это самое главное, мне кажется. Это вообще самое-самое главное. Смотри, приступаем. Логика всех карт. Смотри, в этой серии нас не затроллили, вообще не затроллили. Всегда было так, что ты нажимаешь на кнопочку, тебе говорят, иди в сраку, да? Так. Так. Ну, мне кажется, нужно нажать «да». Подожди, подожди, подожди. Да, я тоже буду выборы. Не спеши. Хорошо. Ну, в принципе, да, тут я согласен. Если это нелогический Майнкрафт, нужно умереть. Да! Все верно! Так, ёпта. Ага, все понятно. Так, хорошо. Ну, окей, мы, в принципе, ничего плохого не сделали. Мы просто упали. Вот. Я уверен, что кнопочка под блоком, вот прям уверен. Кнопочка тут вообще-то. А. Вот. Ну, в смысле. Эй, иди ты в жопу! Это просто было перепрыг. Дебил! Так, сори. Так. Ага. Да подожди, стоп. Я уверен, кнопочка должна быть снизу. Ай! Так, какая. Ну хорошо, давай снизу. Давай посмотрю. Нет, снизу нет. А по бокам? По бокам? Думаешь, по бокам есть что-то? Ну, посмотреть нужно. Ну давай посмотрим. Нет. Нет. А, ну может тут просто невидимые блоки где-то есть, по-любому. Так, смотри, подожди. Опа. Нормально. Так, тебе нужна кнопка, да? У тебя на башке палка. Ага, палка. Знаешь, что на палке написано? На палке написано «Лол, ты думаешь, то, что все так. Ты думал, что все так просто будет?» Ага, ну воткни ее в жопу, может. Что-то изменится. Это же нелогично. Давай. Опа! Кнопка! Слушай, не зря я тебя сталкивал! Так, отлично. Ну умереть, наверное. Умереть, наверное. Слушай, не зря я тебя сталкивал, видишь? Прошаренные. Так, хорошо. Давай. Так, кнопочка я ставлю. Подожди. А все, ты поставил уже? Не спеши, Жека. Я даже хорошо, не видел, хорошо. Куда ты поставил, что ты поставил. Ну там в самом начале карты было, но алмазный блок. Ага. Не понял, что это еще сейчас было? Ага. Это я просто на блок прыгнул, понимаешь? Просто на блок прыгнул. И что, типа сквозь него провалился или как? Типа того. А, опять так? Ой. Не умирай там, пожалуйста! Нет, пожалуйста, не надо. Все хорошо. Не умирай. Если умрешь, я умру. А, нет, все нормально, хорошо. Так. Давай, иди. Топай. Топай, дядя, топай. Опа! Так. Так, ага. Ага. Что там? У меня есть фиолетовое стекло, видишь? Нифига себе. Знаешь, что... Оно называется фиолетовое измерение. И на нем написано. Ты можешь видеть вещи, которые ты не видел раньше. Что ты видишь? Так, подожди, убираю стекло из руки. Все так же. Беру стекло в руку, все так же. Может, его должен кинуть? Или на голову одеть? Опа! Подожди, я его вторую руку одел! А, вот. Его, вот, все пойдем. А ты тоже видишь? Да. Так, давай, ты меня троллить не будешь, мы тут против карты играем, а не против меня. Понимаешь? Подожди. Ты что, дебил? Я почти прошел, и ты убрал все блоки. Да ёп! Перный. Да, ты иди, короче, все, проходи сам это. Ну смотри, подожди, мне нужно было убрать, понимаешь? Ай, а, вот все. Давай,
Ему нужно было убрать, а меня ты не спросил? Мне нужно было убрать это. А тебе, ну хорошо, давай, тебя жду, давай, прыгай. Держи свою хрень. Кого? Ничего. Ага. Давай. Сейчас уберу, смотрите, чекайте. Давай, убирай. А, вот сейчас уже нужно, да, убирать? Да. Давай. Оп. Ставить? Да. Собака! Ну хорошо, все, последний раз, давай, я больше... Я сказал, больше не буду, все. Ой, подожди. То есть мне нужно пройти, да? До свидания. Ай! Я застрял. А, не, все нормально. Хорошо, потопали дальше. Подожди, you need the button right here. У тебя есть кнопка? Нет, в инвентаре у тебя вряд ли будет кнопка. 500 штук. Хорошо. Я вообще всегда с собой ношу кнопки. Да? Да, на всякий случай, приводит друг пригодится. Ты думаешь, что где-то есть кнопка, потому что я пока что ничего не вижу. Я нашел. Да? Подожди, где? Вот тут. Ну там снизу. Так, хорошо, давай, ставь! Да, мы умрем, смотри. А, я не могу ее ставить, у меня гемо 2. А ну, кинь мне. Да. Я понял. Так, подожди. А может ты должен... А, да, вот так. Замечательно! Ты где, Жека? А, я умер. А, так, хорошо. Понятно. Все понятно. Так, хорошо. Тут где-то есть невидимые блоки, да? Они определенно есть. Подожди, а как ты туда прыгнул? Вот, прыгай. Там я умру, я уже пробовал. Но тут же ты не умрешь. А ну на левый прыгни на левый. На левом тоже. Значит, тут не... Я у тебя это, что, подопытный, я не понял. Смотри, тут нет невидимых блоков. Тут это мы уже выяснили, да? Безумный ученый. Нифига, это я выяснил. Своей жизнью пожертвовал. Так, смотри, я прыгаю сюда. Ага, понятно. А, понятно, там есть невидимые блоки. На центре тоже есть. На центре тоже есть, да? Лошадь ДД. Так, подожди, на центре... Охренеть, то есть нам... Да, опа, да. Давай. Ага, понятно. Так, дальше... Можете сразу туда... Подожди. Давай я сразу тпшну, чтобы... Да не толкайся! Подожди, можете сразу на последний смогу допрыгнуть. Опа! Опа! Так, хорошо, Жека, дальше. Давай, прыгай. Опа! Прыгай. Опа. А, все понятно. Подожди, сейчас зацепись, где, чтобы я тебя не столкнул. Оп. Хорошо. Это было почти... Отлично. Ты тоже умер? Так. Ага, значит нам нужно. Собака! Не, нам нужно для лестницы все-таки зацепить. Ну так я так и хотел. Все понятно. Ой! Все понятно. Только... Зацепись. Стоп, оп, все. Давай, хорошо. Давай, прыгай на лестницу. А с какой стороны? С левой. Да, вот оттуда. Да. Ага. Понятно. Не тпешься, подожди. Давай. Так как? Я ж допрыгнул и перепрыгнул! Жека, ёпты! Это сложно, понимает? Мы справимся, не переживай. Нас пока не троллят, это изи уровень. А куда дальше, скажи, пожалуйста? Телепортируйся, да, команду. Да твою-то мать! Смотри! Сташив сразу же. Куда? Мы-то тут не допрыгнем. А. Подожди. Давай, ты первый. Подожди. Ага. Теперь я. Ага. Подожди, не умирай! Давай, все нормально. Живи, я живу, живи. живу. Все. Подожди. Да, прыгай. Угу. Подожди. Не спешимся? Не. Ты пахайся. Ага. Так, подожди, Жека. Очень ответственный момент будет. Смотри. Давай. Готов? Да. Подожди, не прыгай, сейчас это поехали. Зашибись. Ответственный момент. Ты его просрал. Давай. ПАУ! Подожди. Лови меня. Ловлю. Я тебя сейчас забаню, нахрен это бан! Бан! Тут можно банить! Пей, пошел, пей! Да твою-то мать, да смотри! Чекпоинт!
Жека, ты дурак? Была кнопка чекпоинт. Ты нажимаешь на кнопку чекпоинт на нелогичной карте Майнкрафта. Ты думаешь, тут есть где-то чекпоинт? Ну почему нет? Ну нет! Слушай, ты дебила кусок, ну что ты делаешь, а? Давай, телепортируйся ко мне, телепортируйся, я к тебе только пошел. Давай. Да не надо меня сталкивать, я же потом так же телепортируюсь. Я тебя ненавижу, и эту версию Майнкрафта ненавижу, и вообще всех ненавижу. Может на чекпоинт нажать? А чё ты, на что ты там еще хочешь нажимать, не могу понять. Там kill yourself есть, я один чекпоинт нажал. Опа, чекпоинт сработал, всё хорошо. Пау. Угу. Мне кажется, вы что-то пропустили. Мне кажется, мы что-то пропустили эти слова. I think you miss some... Может кнопку? А, у меня кнопка на башке! Прикольно, так. Это последний уровень! Ты смотри, мы еще до сих пор ни одну подсказку с тобой не взяли! Да, мы жестко. Так, ну мне кажется, не. Ай! Не в меня надо стрелять, подожди, может это такой чит-ход, понимаешь? Опа. Мы прошли! Нет, мы не прошли, я просто тебя. Ты думаешь, что это сработает, если я сейчас выстрелю на все кнопочки? Привет, Эдисон, я тут немножко по командным блокам хожу. Да? Жека, я очень сильно сомневаюсь. Тебе не кажется, что так и нужно? Думаешь? Просто выстрелить во все кнопочки. Да не, не так. Ты уверен, что здесь что-то нужно нажать? Так, кнопочки все сработали. Ага. Там можно, смотри. Что нажать? Смотри. Идем сюда, за мной. Ты колотить, ты заколебал меня уже сталкивать. Это не я, это Майнкрафт. Нет, это ты! Ку-ку. А, что ты там хочешь? Смотри, нет. Все намного проще, мне так кажется. Так, если я выкину лук, ничего. Если я выкину книжку, ничего. Если я выкину стрелу. Опа! Нифига! Финки байт! Мне кажется, немножко нелогично. Нелогично, чтобы мы прошли последний уровень тем, что я выкинул стрелу. Да, но это же нелогично Майнкрафт, поэтому все нормально. Нелогично, а логически нелогичная цепочка. Ах, ребята, я предлагаю на самом деле там закончить. Ты где? Что ты там летаешь? Я предлагаю поставить вам лайкусик на эту серию, если вы хотите продолжение. Потому что если поставите лайк, то я обещаю то, что следующая серия выйдет как можно скорее. Если набираем 20 тысяч лайков, сразу же уходит продолжение с прохождением карт, где я буду вместе с Жекой их проходить. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и... До свидания и на канал подписывайтесь. Пока. Пока.